Я нашел абсолютно новое колесо фортуны в Майнкрафте! Привет! Я повар-обезьяна. Если ты не хочешь, чтобы я съел тебя, поставь лайк и подпишись на канал за 3 секунды. 1, 2, 3. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Зомбак, и сегодня мы посмотрим на новое колесо фортуны в Майнкрафте. Ставьте лайк и подписывайтесь сразу же, потому что это абсолютно новое колесо. Вот такое вот красивое, прикольное, оно все светится. Я думаю, оно вам точно понравится, ребят. Абсолютно новая локация с многими новыми персонажами. Я думаю, что вы должны поставить лайк, нубик. Тебя что, поймали в решетку? Да, привет. Чтобы меня освободить, нужно пройти все испытания. Ах, блин, ну ладно. И все, мне просто нужно пройти испытания. Да, и поставить лайк и подписаться. Ребята, давайте сразу же сделаем это. Поставьте лайк и подпишитесь, и нубик освободится из-за этой решетки. Его поймали в тюрьму, видите? Но нужно еще пройти все 8 испытаний, так что давайте побыстрее. Так, и первый выпадает розовая коробочка с Соником. Бэйби Соник, давай мы к тебе пойдем посмотрим, что же там у нас такого интересного. Так, вот она, ребята. Розовая коробочка с Соником. Так, зайдем посмотрим. Ё-моё! Здрасте, Соник Икзи! А! Обвал! Что это такое? Там какие-то шипы. А как мне до них добраться? Ладно, ладно, ладно. Ага, отлично, я придумал. Нам нужно срубить дерево и на этих досках перебраться на ту сторону. Это я могу. Так, давайте-ка возьмем теперь досочки, перекрафчиваем бревна в доски. И вот сюда вот так вот ставим себе небольшой мостик-дорожку. Можно даже в 2 уровня поставить. Так, ну что, монстрики, здорово, Соники, Икзи, привет! Ай, там кто-то сидит, ребят, кажется, там Соник Икзи. Нет-нет-нет, мне главное в самый низ не упасть. Так, о! Вот это хорошая идея. Вы пока сюда подходите, а я буду вас скидывать. Сейчас мы возьмем пушечку откидывающую. Давай, 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 давай. Хоп! Ха-ха-ха, давай, на, получай! Да, сразу двоих, ребята! Вот это круто, сразу в ловушечку. Так, того Соника Икзи мы просто победим, уничтожим. Так, отлично. Давайте-ка, давай, давай, Соник. Найс! А вы сидите там, в ловушке, подумайте над своим поведением. Все, поймали двух Соников. Теперь... О, привет, привет, добрый Соник. Сейчас мы тебя вытащим отсюда. Погнали, погнали со мной, малыш. Давай, выбираемся отсюда. Так, надо, наверное, их побить. Соник, смотри, это они тебя поймали, да? Да, 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 это Соник Икзи. Да, конечно, сейчас мы их победим. Стой здесь, хорошо, никуда не убегай. Куда они делись? Все? Изи каточка была. Соников Икзи мы уничтожили. Ладно, Бэби Соник, пойдем. Или ты здесь останешься? Да, я здесь буду. Ладно, давай, я пойду обратно через портал. Отлично, ребята, продолжаем крутить колесо фортуны. И следующий на очереди желтый цвет. Доски, я думаю, нам уже больше не понадобятся. Давайте пойдемте в желтую комнату к маме. Длинные ноги, это вот мама Хаги-Ваги. Давайте посмотрим, что это у нас тут такое. Ага. Сюда перепрыгиваем. Привет, Кисси-Мисси, бэйби. Что ты такая страшная, черненькая? Какие-то у нее, видите, да? Что это у тебя на губах? Почему у тебя рот черный? Страшилина. Так, ладно. Я упал вниз! Нет! Я горю! Ну все, капец, ребят, мы оказались здесь в самом начале. Ну ладно, ничего страшного, сейчас мы пройдем. Там была какая-то дверь дальше. Нам нужно срочно пойти туда и посмотреть, что это за дверь такая. Так, аккуратно, не падаем, не падаем. Да, что? Я просто профессионал, ребят, своего дела. Я просто профессионал паркура, поэтому я его очень сильно, в кавычках, люблю. Ё-моё, ребята, ну, можете написать в комментариях, смело теперь пишите в комментах, скажите «Зомбак, нуб!» Все, я даже не обижусь. Так, ладно, да, можете еще и лайк поставить за то, что я такой нуб. Если у меня и сейчас не получится, друзья, но это уже все, можно будет смело писать в комментариях «Зомбак, абсолютный нуб». Отлично. А, мама, Хаги-Ваги, мам, длинные ноги, нет, 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 брысь, брысь, брысь от меня, чудовище. Постой вон там в стеночке, а я пока что отсюда вот так вот аккуратненько, бах, получай. Что за здесь за двери какие-то? Мама, длинные ноги, а ну быстро признавайся, с нее что-то выпало, с нее что-то выпало.
оно куда туда улетело? Так, что выпало-то? Э! А ну-ка, мне надо это получить. Мне надо это получить, только как? Скарабкался я еле как по этим стеночкам. И вот, смотрите, что тут было. Книга какая-то. Пароль 13+34. Пароль 13+34. Какой еще пароль? Ребят, напишите в комментариях, сколько будет 13+34. 47 будет, да? Математика, блин. Так, ага, вот, наверное, для этого нужно, да? Отлично, здесь у нас желтые блоки и рычаг. Давайте попробуем этот рычаг куда-нибудь поставить. Куда мне рычаг ставить, сюда, что ли? А, портал, отлично, друзья, я все, я разобрался. Всматываемся отсюда. Отлично, больше я туда вообще не вернусь, в эту желтую комнату. Фух, погнали дальше, ненавижу паркур. Так, оранжевый цвет, это у нас Фредди, друзья, она находится в самом конце. Пока я туда бегу, у вас есть время поставить лайк и подписаться на мой канал. Мы добежали, ребят, это у нас Фредди, аниматроник из ФНАФа. О, Фредди, здорово, у тебя тут добрая обстановочка. Вау, какие вкусные котлетки, макарошки, картошечка, ням-ням-ням. Привет, Фредди. Привет-привет, я тут праздную свой день рождения. Кушать готовлю. Приходи ко мне на днюху. Да, ну нет, не могу я, наверное, прийти. Мне для подписчиков видео снимать надо. Но мои подписчики могут поздравить тебя в комментариях. Ребят, пишите в комментариях: Фредди, с днем рождения! У него... Фредди, у тебя когда день рождения-то? Да прям сегодня. О, вот! Прям, ребят, сегодня и поздравляйте! Пишите в комментариях: Фредди, поздравляйте с днем рождения! Желаю счастья, здоровья, любви, там, не знаю, всего наилучшего! Короче, поздравляйте в комментариях. Фредди, может тебе чем-то помочь? У тебя тут работы полным-полно. Ты тут шашлыки готовишь, да? Яичницы вон какие-то. Да, можешь мне, пожалуйста, помидоров собрать на грядке? Ну, это я могу. Помидоры? В Майнкрафте есть помидоры. Ладно, давайте мы соберем помидорчики. Так, отлично. Бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм. Соберем все это дело. Так, все, Фредди, на, вот твои помидоры. Можешь... А, вон, ты такое блюдо хочешь приготовить? Вау, как вкусно. Все, ладно, на, держи все помидоры, все семена. Я пойду, давай, еще раз с днем рождения тебя. Так, ой, сколько нам идти? А, стоп, подожди, там должен был портал быть. А, вот он, да, погнали. Отлично, мы сразу же вернулись обратно. Нажимаем эту кнопочку и выпадает голубой цвет с мороженчиком. Давайте пойдем к мороженчику посмотрим. Опять в самый конец бежать. Так, мороженчик, здрасте, здрасте, мороженчик. Я готов в тебя посмотреть, что ты тут придумал. Это он что, пытается сорвать праздник Фредди? Ребята, он тоже, смотрите, какой-то праздник хочет тут устроить. Эй, я вам не дам Фредди праздник испортить. Это комната, которая для дня рождения доброго Фредди. Так, ну-ка, подходи. Тут еще и злые миньоны фиолетовые. Что за шипы вылезает? А ну, брысь. Хватит, хватит на шипах прыгать. Мороженчик, получай! Ты хотел украсть мороженку у Фредди, но мы тебе этого не дадим сделать. Отлично, друзья! Побежден монстр, побежден! Валим отсюда. Так, сколько у нас там еще комнаты осталось? Я уже хочу спасти нашего нубика. Он нас очень ждет. Давайте, ребят, надо бы быстрее проходить испытания. Па-бам! Синий цвет. Это у нас Белла. Белла говорящая. И она у нас вот здесь находится. Кстати, мы еще не ходили вон к многим интересным персонажам. Ну что, Белла, давай посмотрим, что там у тебя. А, Том? А где Белла? Ладно, возможно, они ее куда-то похитили. Белла все-таки добрый персонаж. Так, да сколько вас тут? Я думал, там один, а тут с каждым, за каждым поворотом еще со спины нападают. Ай-яй-яй, аккуратно. На, получай, получай, там Экзи. Фух, блин, это какие-то да сколько вас? Какие-то катакомбы, что ли? Ребята, здесь какие-то секретные лабиринты. Нужно здесь пробраться. Да я в тебя попасть не могу. Ладно, с пулемет постреляю. Давай, получай. Нам сюда? Так, нет, не сюда. Идем здесь. О, Белла, привет! Ой, приветик. А ты не хочешь меня отсюда спасти? Да, конечно, я тебя вытащу отсюда. Так, о, алмазики, отлично. Давай я тебя с собой заберу лучше, да? Так, забираем Беллу, ребята, и погнали в портал. Отлично, Беллу, ребят, сразу же освобождаем. Эй, Белла, Белла. Тебе нормально все? Как дела? Да, нормально. Пойдем со мной посмотрим на колесо фортуны, покрутим.
Так, давай. Мы, ребят, нажимаем кнопочку, и выпадает зеленый цвет. Это значит, что мы сейчас пойдем к Килли-Вилли пожирателю. Ой, ё-моё, пожирателю? Нет, лучше было ты будь здесь, хорошо? Ладно, ладно. Все, жди меня здесь, я скоро вернусь. Погнали! Килли-Вилли! Так, быстрее берем на вооружение себе пушечки, книжки откладываем и начинаем мутузить. Сколько тут знаков вопроса, что-то не все так однозначно. Ай, хватит, Килли-Вилли! Отстань от меня. Так, там еще какая-то дверь, ребят, смотрите. Тут дальше проход. Возможно, это еще не финал. Так, топорик, что это такое? Ох ты, мне какие-то пушки выпадают. Отлично, что-то мне дало. Винтовка! Ух ты, прикольно. Да, не надо мне рамки ваши, мне нужна винтовка. Ну-ка, что за винтовочка? Вау! Бах! Сейчас воспользуемся. Килли-Вилли пожиратель! А! Ты сероглазое чудовище! А ну брысь, брысь отсюда, чудик! Огромный, большущий чудик! Ой, смотрите, у него зубки какие. Так, а ну-ка, сидеть на месте, не двигаться! Хватит со мной гнаться, отстань! А! Он меня хочет съесть! Тихо, тихо, тихо. Давайте-ка мы его прижмем вот туда к стеночке. Отлично! Еще немножко, давай! Так, сейчас я воспользуюсь пулеметиком. Получай! Найс, ребятушки, получилось! Мы уничтожили этого Килли-Вилли пожирателя. Проходим в портал! Отлично, друзья! Я так понимаю, сколько нам цветов-то вообще осталось? Мы не смотрели еще на миньона и не сходили еще к попе плейтайм вот этой вот девочки. Ну, давайте посмотрим. О, как раз-таки к ней мы сейчас и пойдем. Так, я предлагаю сейчас взять немножечко другие пушки. Белла, тебе лучше стоять здесь. Все, погнали к попе! Так, попе, кстати, добрая. Ага, а где все? Тут никого нету. Секрет, вопрос. Типа, какую сторону выберешь? В одной, скорее всего, ловушка, а в другой правильное решение. Так, это, в принципе, сложно, друзья. Что это такое? Наверное, мне надо сломать. О, Поппи там, ребята! Мне нужно к ней! Привет! Привет, спрыгивай! Да, ура! Привет, Поппи! Хаги-ваги! Ё-моё, это тоже ловушка! Я же не думал, что вы тут тоже будете монстры! Я думал, здесь только добрая Поппи. Так, здесь тут все разноцветные хаги-ваги. Красный, синий, зеленый, розовый. Блин, отстаньте, монстры. Отстаньте от меня быстрее, давайте. Как вас всех победить-то? Так, зеленый хаги-вагик, отстань. Фух, Поппи, привет. Да, привет. Пошли со мной наверх. Эх, только у меня камушков не осталось, чтобы тебя спасать. Нет, я тут посижу. Ну ладно, как знаешь, а я пойду наверх. Все, давай, пока-пока, Поппи. Блин, как тут страшно. Все, погнали. И остался, я так понимаю, у нас всего лишь последний цвет. Это миньон. Давайте нажмем кнопочку. Удостоверимся в том, что это последний цвет. Да, все, больше нету. Так что отправляемся в самую дальнюю комнату, красненькую, вон к миньончику сюда. И посмотрим, что же за интересные сюжеты он нам там приготовил. Так, миньон. Ой, экзишный, здоровенько. О, здрасте, миньоны. Привет. А как дела у вас? Ну давай, иди сюда. Шо? Вы чё попали в ловушку? Сами ж свою ловушку и попались. Хотели меня поймать, да? Ну вот, ребята, здесь какая-то ловушечка, в которую вот так спрыгиваешь, и потом сам в свою ловушку попался. Вот и сиди там, злой миньон. Отлично, ребята. С миньонами мы вообще на изикатке справились. Тут, слушайте, очень даже красиво. Вон и портал, друзья. Мы можем вернуться обратно. Кажись, на этом все, друзья. Но нам осталось спасти еще нашего друга Нубика. Мы прошли все испытания. Что надо сделать, чтобы тебя спасти? Надо поставить лайк и подписаться. Ребят, прямо сейчас поставьте лайк и подпишитесь, чтобы мы спасли Нубика. Давайте. Давайте на счет 3. Ставьте лайк, подписывайтесь. 1, 2, 3! Сработало, ребята, сработало! Нубик, привет! О, да! Ты меня звонил! Отлично, ребят, мы вытащили Нубика из ловушки, из этой тюрьмы! Ну что ж, друзья, я надеюсь, вам понравилось это колесо фортуны, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, с вами был Зомбак, усмотреть другие мои видосы, пока-пока! И снова привет! Нажимай на эти видео, иначе я приду к тебе ночью!